После холодной зимы наступило теплое лето. 22 июня 41 года. Воскресенье. Миллионы жителей Советского Союза строили планы на выходной день. Но они еще не знали. Этим планам не суждено сбыться. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. 22 июня, 80 лет спустя. Жители Салманова вспоминают тех, кого забрала война. В 41-м году в деревне было 30 домов. На фронт уходили семьями. Они сражались за родину и не пожалели жизни ради мирного неба для своих детей и внуков. Вот этот центральный камень. 10 человек в деревне Салманово, которые не вернулись с войны. Причем в первые годы, 41-й, 42-й, 43-й год, есть семьи, да, вот Лощевы, то есть большое горе. Мемориал «Живые камни памяти и скорби» появился в Салманово 4 года назад. На первом камне увековечены имена тех, кто погиб на фронтах Великой Отечественной. Второй прославляет вернувшихся домой с победой. Третий – воинов-интернационалистов. Камни соединены якорными цепями. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какую ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните. Сегодня по всей стране зажигаются свечи памяти. Война перевернула жизни миллионов людей. Миллионы людей погибли, миллионы не родились. И, конечно, в этот день мы должны помнить о том, что было 80 лет назад. Мы должны сохранить память о Великой Отечественной войне. Кажется, это было давно, но сдержать слезы трудно. Игорь Кудинов к мемориалу пришел вместе с внуками, чтобы и они тоже помнили историю своей семьи и своей страны. Их прадед, ворошиловский стрелок Григорий Лобанов, пропал без вести в самом начале войны. Второй, Филипп Кудинов, прошел всю Великую Отечественную. Дедушка, которого я застал, который, так сказать, дожил до 80-го года, и завещал мне свои ордена и медали. Он, ну, как-то не очень любил рассказывать про это, потому что, видимо, хотел травмировать, так сказать, ну, тогда наши. Вот, тем не менее, что память должна существовать, дабы не допустить в будущем что-то подобного. Великая Отечественная война оборвала жизни более 26 миллионов человек. За право жить под мирным небом пришлось заплатить слишком дорого. И сейчас особенно важно помнить об этом. Сегодня, конечно, такая значимая дата для всей нашей страны. И мне хочется только одно сказать. Вот здесь вот выложили из свечей слово «память». Мне хочется, чтобы память была вечна. Чтобы никто не забыл ужас этой страшной войны и никогда это не повторялось. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».